Привет вас! Открылся 10-й Рейхстаг. Но здесь как минимум должен сказать, Путин в шоке. Не, по большому счету действительно в Кремле очень внимательно за этим следят. И хотя там некоторые клоуны надувают щеки, говорят, что это чепуха. Нет, это их сильно напрягает, это точно знаю. Очень напрягает. Особенно, как ни странно, напрягает Герасимова. Ну, понимаете, он как военный... Понимаешь, что эти все клоуны от политики глупости несут. А вот здесь, да. Ну, понятное дело, что большая часть решений Рейхстага, как всегда, будет за закрытыми дверями. Вы знаете их традицию, что то, что журналисты начнут печатать, потом говорить, а это только часть, это сказали, это не сказали, да. Ну, потому что, ну, понятное дело, никто не будет рассказывать все. Да, я происходно понимаю, что речи на Рейхстаге красивый дальше некуда, и, соответственно, министр обороны США, наш министр обороны, там, министр обороны других стран, все замечательно. Что можно выделить? Первое. Украину заваливает оружием и будет заваливать больше. Ну, понятное дело, то, что они заявили, что сейчас 150 танков, потом будет 700, потом 1000, это понятно. Понятное дело, что скорее всего будут и истребители, и то, что системы Патриот будет больше даже, чем Украина просила, это факт. Понятное дело, что на Рейхстаге поднимали эту тему, что, понимаете, Патриот хорошо, а ракет побольше, да? Я так понимаю, что здесь стоит уже цель не столько количества, сколько налаживание логистики поставок, ну, чтобы, знаете, крутилось. Потому что не хуже меня понимаете, что сейчас уже начали поставлять. Если раньше поставляли со складов, запасы, теперь поставляют уже из заводов, что называется, подход. Понятное дело, это немножко другая логистика. Да, действительно, будет больше и ПВО, будет, соответственно, ракет дальности, чтобы уже доставало где угодно. Но там еще очень хорошая новость. Смотрите, Украина всегда очень просила, и это как бы Америка немножко так вроде бы дает, не дает, что мы имели доступ к их военным технологиям. Военные технологии чаще всего никто пускать не хочет. Ну, даже скажем так, чтобы вы правильно поняли, обучение украинских военных на американских военных технологиях, ну, дело такое. Так вот сейчас это решили. Сняли все. То есть Украине дали допуск до американских военных. Причем, понимаете, что это за технологии? Действительно настоящие технологии. Это не эти убогие российские пародии. Так что да, действительно, сейчас война переходит, ну, ключевой момент, решающий этап. Понимаете, даже если вы не слушали их выступление, я например бы сказал, так и будет. Ну, это, да, вот сказать, это политическое клише. Не спорю, не спорю, понятное дело, что сейчас, да, действительно, на сегодняшний момент, вот, что с Рейхстагом можно вынести? Все страны НАТО хотят уничтожения путинской России. Ну и, соответственно, путинская. По этой причине и оружие, и вот это, что очень важно, логистика, ну, потому что снаряды подвозили вовремя, и обучение военных наших, чтобы они действительно могли пользоваться самыми новейшими технологиями, и поставка новейших технологий. Тоже же понимаете, в чем еще нюанс. Ну что вы сами понимаете, что поставить технологию, если она нет военного, который умеет, смысла нет. А если обучили, там можно и поставить технологию. Вообще, в свое время, когда-то, я хорошо помню времена, когда я пугал на ток-шоу российских экспертов, что в Украине стоять будет Патриот. А там же были военные эксперты, действительно были пару военных. Они сказали, почему? Поймите, если Патриот, а Патриот уже будет стоять на территории Украины, это значит, что противовоздушная оборона, вообще-то вся ядерная защита России мертвая. Нет, я не шучу. Это не рассказ. В чем трюк? Трюк заключается в том, что Патриот может сшибать ракеты, даже если они только надумались. Соответственно, получается, пошибали, а американцы добавили. Поэтому одна из причин, вы же, если помните, что всегда было много дискуссий, что вот американцы размещают, хотят разместить Польшу, помните? Помните? Потом крик, что в Румынии и так дальше, вот тоже было много, что вот. А теперь Патриот будет, ну просто не Польша, а рядышком.
При Балтике патриарта не было. Я сейчас не знаю, может поставили, но то, что до войны не было, это точно. Это же была как бы определенно договоренность, что патриот не будет возле границ Российской Федерации. Потому что вот, с точки зрения вот такой трюка, да, это считается как бы... Хотя это противовоздушная оборона, считается это угроза. Угроза. Прежде всего России, прежде всего ядерные войска России. Вот такая ситуация. Да, добаловались будет. Потом действительно, что очень важно, подготовка наших людей для действительно танков. Тут смотри, какая ситуация. Уже первые как бы команды прошли подготовку, потом процесс запущен, и действительно новые и новые подготавливаются. И получится, что сейчас вот танки уже поставляются, но на них есть кому-то сказать ездить, не просто так, потому что все-таки, ну, отличается. Но очень хорошо, оказывается, решили проблему с американским БТР. Там их поставили, плюс ко всему, поставлять еще не закончили, плюс ко всему действительно очень хорошо провели подготовку и слаженность, что тоже немаловажно. Да, действительно, Тронштайн при всего ставит своей целью подготовить украинскую армию к мощному контрнаступлению, чтобы разгромить раз и навсегда российскую армию. Знаете ли это в Кремле? Это, конечно, знают. Вы думаете, почему это постоянно этот Аксенов рассказывает, что они там окопы в Евпатории копают? Копают, копают. Могилы ваши там будут. Это уж точно. Окопы, они говорится. Не, действительно, на сегодняшний момент, в Украине страны НАТО помогают по-серьезно. По той простой причине, что они начали относиться к войне по-серьезно. Вот год назад такого не было. Серьезно. Ну, да, да, понимаете, год назад были определенные мысли, что Украина не сможет противостоять России, большая страна и туда. Плюс ко всему, год назад были такие, ну, как бы я сказать, ну, нельзя назвать израда, ну, хотя можете назвать, что они считали, что, ну, как бы не надо сильно разбивать российскую армию, если так можно выразиться. Да, да. Те же американцы тоже. Сейчас все поменялось. Сейчас действительно уничтожите все. Ну, мало того, обращаю ваше внимание, что хотя некоторые там и американские политики, которые собираются во власть, типа Трамп, пытаются спасти лицо Путина, это все чушь. На нем уже поставили крест раз и навсегда. Да, действительно, спорить не буду. Думают, что же делать с Россией после того, когда она будет уничтожена. Это есть. Но пока что вооружение, еще раз вооружение. Не, по большому счету, эти Рамштайны еще раз показывали, что Украина поддерживает, Украине доверяет, и Украина имеет все шансы уничтожить путинскую Россию. Даже если лично Путину это не нравится. Но здесь можно сказать, терпи, красавец, сама войну начала. Не надо было войну начинать, и было все хорошо. Но дурак на троне, что же вы хотите? Все. Замолкаю. Ну, вы знаете, лайки, дизлайки, комментарии, все остальное. Подписаться это обязательно. Пока.